На фоне энергокризиса и снижения покупательной способности бельгийцы вынуждены экономить на новогодних подарках. Они предпочитают купить самое необходимое на январских распродажах. На падении потребления в предновогодние дни сказывается и теплая погода, говорят эксперты. По этой причине не скупаются традиционные зимние сувениры и продукты на рождественских рынках. По данным Бюро статистики Бельгии, цены на продукты питания в стране только за осенние месяцы выросли на 15-20%. И пока бельгийцы расплачиваются за высокую инфляцию, дорогую энергию, 9 из 10 торговых сетей не ожидают больших продаж в период предстоящих сезонных скидок.